ФСБ России совместно с Росгвардией и полицией провели масштабную спецоперацию в 25 регионах страны, в ходе которой задержали 45 подпольных оружейников. У горе-мастеров изъяли более 270 единиц оружия, почти 440 артиллерийских боеприпасов и свыше 26,5 тысяч патронов. Правоохранители пресекли деятельность 32 подпольных оружейных мастерских. Среди изъятого оружия малокалиберные пистолеты, пулеметы, автоматические винтовки и даже оружейный гранатомет. Предложения по сбыту оружия размещались в сети интернет. Как уточнили в ведомстве, оплата производилась посредством электронных платежных систем, а доставка покупателям через операторов почтовой связи и транспортно-экспедиционной компании. В спецслужбе, напоминаю, 12 июля вступили изменения в 6 статей Уголовного кодекса. В них ужесточили уголовную ответственность за преступления в сфере незаконного хранения, изготовления, переделки, сбыта оружия и его основных частей, в том числе через интернет. Таким образом, действия нелегальных оружейников будут квалифицироваться уже с учетом новых норм.